Это высотка на Котельнической набережной, друзья мои. И, конечно же, я думаю, многократно вот эти правильно поставленные друг на друга камни ловили на себе любопытствующий романтический взгляд. А что же там происходило и так далее. Ну, я, как говорится, понимаешь, я уже, знаешь, у меня такая старая-старая мысль есть. Вот, я ее еще не озвучил. Вот сейчас я просто вам такой перл дам. Просто бриллиант. Значит, все является прошлым. И будущее, и настоящее, и прошлое. Все на самом деле является прошлым. Там я сейчас найду в своих тетрадочках, моих засаленных тетрадочках моей академической юности, исписанные мелким профессорским почерком, чем, собственно, я был и занят, вместо облизывания женского святого места, собственно, своих прямых юношеских обязанностей, о чем я крайне жалею. Но еще не все упущено, ребятки. Сёма по-прежнему юн. Поэтому вот это вот моя любимая маковка, вот это. Да-да, я здесь очень прекрасно гулял в своей академической юности. Всё-таки, конечно, всё-таки, хоть поздно, хоть с трудом и со скрипом, но всё-таки было, ребятки. Так, ну что, я думаю, знаешь, сейчас пойти по вот той другой стороне реки, дойти до британского посольства, до моего памятника порокам Михаила Шемякина, гениального. Ну, а вот вам такая перспектива сейчас вот. Вот, что там, ребятки?